Чувашстат подвел предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. До этого она проводилась 10 лет назад. По данным специалистов, за это время уменьшилось число сельскохозяйственных организаций как в Чувашии, так и в России. Производство растений, овощей, животноводство, сельскохозяйственный труд в республике имеет разные формы организации. И все это переписчики обязаны были учитывать. Картина сложилась пестрой. Например, личных подсобных хозяйств в Чувашии по сравнению с 2006 годом стало меньше на несколько сотен единиц. Личные подворья, которые производили сельхозпродукцию в первом полугодии 2016 года, представлены в разрезе районов на следующем слайде. Больше всего у нас хозяйств населения – это, конечно, Чебоксарский район, Канашский и Маргаушский. Замыкают этот рейтинг Шимуршинский, Порецкий и Янтиковский районы. Возможно, они сменили статус, но анализировать факты должны другие ведомства. Чувашстат оперирует цифрами. По их данным, в Чувашии стало больше крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей на 24% по сравнению с показателями десятилетней давности. Сегодня выращивать овощи и держать в хозяйстве животных – дело прибыльное. По-прежнему многие сельчане занимаются картофелем. Его продажа дает неплохую прибыль. Что касается животноводства, то здесь также доминирует поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы. Основные критерии, по которым оценивается качество местной продукции, это экологичность. В республике активно развивается торговая сеть «Деревенский дворик». Уже открыто 4 магазина, на прилавках которых продукция более 20 фермерских хозяйств региона.